Всем приветики, омлетики! Вы на канале Котейка Катя, и сегодня мы с вами поиграем в Tower of Hell. Ну что ж, поехали! И да, я, наверное, сейчас ускорю, потому что, ну, я думаю, что вам будет скучно смотреть на то, как я молча прохожу. Почему запись так лагает? Почему? Это же такой легкий уровень, я не могу его пройти. Да в смысле? О, наконец-то. Да. Вот я же говорю, что у меня запись лагает. Вот посмотрите, отключила, я сразу прошла. Как я вот эту запись буду проходить, я без понятия. Ну, я же говорю. О, портануло. А, нет, ошиблась. Пошлите в Прок Тауэр. Кстати, что это видео не закончится, пока я не накоплю себе на новый хвостик. Все, решено. Вот как только накоплю, все, останавливаю. Знаете, я почему-то даже не вижу.
увидела эту. А знаете что, я даже не буду пытаться пройти. Простите, конечно, меня, конечно, за вопрос, но что они там делают? Пардон. Ой, пардон. Почти прошла. Вы понимаете, сколько я тут сижу и не могу даже на хвостик покопить. А я обещала, что пока... Думаю, аудитория не пройдет вне записи. Вот прошла, пошлите дальше. Если ты хочешь, чтобы не было с тобой. Если ты хочешь, чтобы я была с тобой. Я накопила на хвостик, сейчас мы будем открывать боксик. Ну что ж, поехали, чё у нас выпадет? Yeah.
папа, не чихай. Я немножечко тут в шоке. Ну, в общем, как я и обещал, я заканчиваю видео. Всем элибидерчи.